Будь внимателен. То, что услышишь ты далее, это окно в небытие. Оно лежит на поверхности нашего мира. Оно прочно врезано в бездну между быть и не быть. Редкая возможность взглянуть на то, чего нет, не было и не будет. Будь внимателен, не спеши. Прежде прими и пойми то, что там нет ничего из того, что есть или было в твоем мире. Там нет тебя. Нет тех слов, которые понятны тебе. Нет тех мест, где ты бывал и находился. Нет тех людей, которые знакомы тебе или знают тебя. Нет чувств, которые испытывал и испытываешь. Нет знакомых тебе запахов и вкусов. Нет музыки, которую ты когда-либо слышал или мог услышать. Нет форм, которые окружают тебя. Нет мыслей, которые посещали тебя. Нет законов, по которым живет твой мир и ты сам. Нет времени, массы, силы. Нет ничего из того, что ты можешь понять, осознать и использовать. Все, что ты осознаешь здесь, там не имеет ни малейшего смысла. Но при всем этом, все, что есть там, неразрывно связано с нашим миром. Знай, все, что ты можешь увидеть в это окно, могло существовать в нашем мире, но уже ни при каких условиях не будет в нем существовать. Знай, даже если тебе покажется, что то, что ты увидишь, возможно, это не так. Не существует никаких сил, способных воплотить бытие небытия в бытии бытия. Знай, если ты увидишь там себя, значит тебя нет. Теперь, если ты хочешь взглянуть в небытие, закрой глаза и закрытыми глазами посмотри на меня. Вот она, оконная рама, достаточно прочная. Тебе не сломать ее, даже если бить, что есть мочи. И стекла не разбить, потому что стекла нет. И рукой не проникнуть за пределы окна, потому что рук внутри закрытых глаз нет. И взглянув в небытие, ты не сможешь зажмуриться, потому что глаза твои уже закрыты. Бытие небытия – это небытие бытия. Небытие есть необратимое продолжение бытия в парадоксальной форме. Бытие небытия – это небытие бытия. Бытие небытия – это небытие бытия.